Пришла на огород. Это наша фасолька. Стручковая. И не стручковая. Есть и маленькие, и высокие. Вон какие длинные. Сейчас нарву фасольки, будем тушить вечером. В стручках прям. Не очищать, а тушить в стручках. Видите, фасольки есть такие обычные, такие жесткие. Вот. Ну как жесткие. Пока молодые, срываем. А есть вот такие. Уже показала я, длинные я сорвала. А больше что-то нету здесь. Длинные. Где они? Вот они такие. Длинненькие и еще длиннее есть, они там мягенькие. Сами плоды пока там фасолинки, они еще очень маленькие. Смысл в том, что их в этой вот зеленой, в зеленой упаковке мы будем готовить, я уже сказала. И они вон какие, видите? Это еще они маленькие-маленькие. Вот. Вот они. И вот так вот оно, дерево фасолевое, как в сказке. Вот так вот кверху. Я показывала достать. Показывала, когда готовила фасолевый супчик, какие фасольки у нас такие крупные, такие классные. Они и на вид такие красивые, здоровые. И они очень вкусные. Когда варишь фасолевый суп зимой уже просто из этих вот, из плодов, из фасолинок. Очень вкусные. Как называется, не спрашивайте, не знаю, что за сорта. Не знаю даже. Вот оставляем себе понемножку. Надо в этом году сразу будет оставить, а то я в том году забыла оставить. И уже потом к весне, что оставалось, то и оставляла мне семена. Что-то мне как-то все смазано. Как-то четкости нет, не знаю. Сейчас... Какой-то цвет непонятный, не знаю, так лучше, хуже, так темней. Сейчас помою фасольку, у меня делается халуми, пока прессуется. Пока прессуется, сейчас скоро поставлю сыворотку прогреваться, а пока мне нужно готовить ужин. Теперь это, хотел сказать, все нужно почистить. Нужно почистить не все, а просто вот эти кончики оторвать. Кончики, и если с ними вот тянутся такие ниточки, да, уже ниточки. Нужно было чуть раньше собирать эту фасоль. Но пока ниточки тонкие. Все, теперь как Золушка... Нужно перечистить всю эту кучу. Вот она, эта длинная такая фасоль. Видите, какая? И мягенькая. Если эти уже, они пожестче, которые были маленькие кустики, это мягенькая. Да, ниточек у нее нет. Ниточек нет, вообще не тянется. Здесь тянутся. Ну да, это просто нужно будет побольше потушить. Вот которые маленькие, не тянутся. Ну, если ниточки тянутся, это значит, что она уже будет пожестче. Ну, все. Ничего здесь интересного нет. Болтать столько времени я и не знаю о чем и нужно ли. Поэтому сейчас выключу, а потом уже... Ее нужно будет порезать на части. На просто такие. И вот такую зеленую. С очистками будем есть. Она прям совсем жесткие уже. Но ее видно.
фасолинки просто выну, а это в отходы. Нужно не пропустить тот момент, когда они молодые. Но я в огород-то вообще не часто захожу, я не частый там посетитель. Вот такие ниточки. Их надо убирать. Халуми давно что-то не делала. Сейчас его не заказывали. Люди распробовали браманный, гауду. А дети просят халуми. Да я и сама уже, я не знаю, когда. Неделю, может, последний раз его делала. Или даже недели полторы назад, давно прям. Вот это вот давно. Уже хочется, как про него думаешь. А знаете, когда захочется его очень сильно осенью? Почему, не знаю, осенью прям вот вообще у меня было какое-то обострение. За лето, видимо, просто насыщаешься сырами, их много, всяких видов. А вот к осени, осенью, ой, как мне его хотелось, этого халуми. И это что-то было вообще каждый день. Но его много не съешь. Я, допустим, много не съем. Ребята могут по несколько кусочков, а он очень сытный. Узкие кусочки. Я широкими кусочками не делаю, какими-то такими. Я узенькими полосочками отрезаю. И сделаю сейчас фасоль. А можно ее также нарезать. Сейчас мы нарежем кусочками. Добавлять в мясо, когда тушь, суп, я уже говорил, суп мы такой варим. По-всякому, что угодно туда можно добавить. Фасоль во что угодно можно будет добавить. Я сегодня просто буду тушить ее. Сейчас обжарю, я не знаю, тот жир, то ли он у меня от кур, то ли от козлов. Сейчас подтает, увижу. Но в любом случае, сегодня я без мяса, не в мясо добавляю. Просто фасолевый. Фасолевый ужин. Не, ну там картошка еще оставалась. Вот. Я это потушу. А так я делаю на подсолнечном масле. Просто на подсолнечном масле. Сегодня буду делать, обжарю на жиру. А так делаю обычно на подсолнечном. Можно порезать, потушить. Ну, естественно, лук сюда добавить. Вот я не знаю, в конце иногда делаем, когда хочется, яйца разбиваешь туда и обжариваешь с яйцами. Попробуйте, кто хочет именно яичницу, попробуйте потушить. Это понятно, что мой муж всегда себе делает с помидорами. Это тоже очень вкусно, да, это все мы едим. Еще такой вариант потушить фасольки и влить туда яйца. Тоже очень вкусно. Ну вот я не знаю, как я сегодня. Лук обязательно, по-любому, а вот яйца, наверное, волью яйца-то, чтобы фасоль просто не есть. Иногда, знаете, но мясо тоже не будешь каждый день есть. Как бы ты ни хотел, мясо тоже не будешь каждый день есть. Не сможешь просто день за днем есть одно мясо. И поэтому нужны такие разгрузочные дни, когда мясо-мясо, и когда денечек просто с салатиками, просто с чем-то, с какой-то соляночкой. Когда не ешь, не ешь, да? У меня как раз приспичило винегрет-то, как я его хотела. И иногда нужны вот такие, смотрите, какая. И она мягкая причем. Да, и она вообще без ниточек, видите, фасоль. Без ниточек. Все. Хороший сорт. Какой, не знаю, я уже сказала. Так, а что я говорила? А. И иногда очень хочется какой-нибудь солянки, вот просто капусты потушить. Ну, фасоль-то муж всегда любит, он ее всегда готов есть. Это, конечно,
по настоянию мужа. Вот. Поэтому такие разгрузочные. Ну что значит разгрузочные? Это тоже все вкусно и полезно. Разнообразить же нужно. Гора фасоли. Так. Теперь эту чашечку сюда. А это сюда. Сейчас вечером выйдем все. Я пойду доить. И всех выведем. Сейчас вечером пойду доить. Всех выведем. Протравим. Протравим опять мух. Вся гора моя разъехалась. Стою, как это, как лошадь брыкаюсь. Как я не люблю это дело, а? Дихлофосом протравим. Теперь разрезаем на кусочки. Прям вот. Кусочки. Ну, какие-то побольше, естественно, получается. Какие-то поменьше. Да, я сделаю с яичницей, с яйцами, потому что я-то есть не хочу, я взяла и чай попила недавно, где-то час назад, с конфеткой. Я есть, но я-то не хочу, а они все придут со стройки, им пустую фасольку. Хотя папа наш будет рад и вообще просто фасольки. Я сначала обжарю, а потом подолью немножко водички. Поскольку она прям не самая молодая, нужно было помоложе. Мы, конечно, пропустили это время. И немножко добавлю водички, чтобы она потушилась. Кто любитель сливочного масла везде добавлять, можно добавить сливочное. Я не любительница везде пихать сливочное масло. Я не бросаю сливочное масло во всю еду. Все, дорезаю последнее. Бросаю, у меня там уже обжарился этот жир, это, наверное, все-таки был куриный жир. Ну, конечно, он с козлиным не похож. Фасольку. Лук. Помидоры, естественно, летом. Нужно есть много помидоров. Там у меня уже шипит. Когда нет какого-то такого жира настоящего, ну, жир, в смысле, куски от птичек, от козлов, я всегда делаю просто на подсолнечном масле. Это все равно вкусно. Все, закрыла крышкой, и она тушится. Она сказала, не знаю, что оно. Ну, оно все, что там. Или она фасоль, не знаю, что я сказала, не помню. Я плачу, я сильно плачу, пока лук начистила фасольку. Сейчас еще нарежу помидорок. Ой. Сыворотку пора ставить, ну ладно. Нет, я сначала лук уж отмучаюсь. Быстренько так крупно лук на. Ой, почему перегрев-то? Лук, помидорки забрасываю в сковородку. Проходи. Вот что получается, конечно, смотрится, ну, очень красиво, правда же? Ну, только, естественно, это нужно перемешать. Я могу, знаете, я иногда, когда делаю, допустим, не хочется мне, кто-то хочет с яйцами, кто-то без яиц, кто-то просто... Вот папа, я говорю, он у нас ел бы целыми днями, каждый день, и несколько раз фасоль, и супов с фасоли, и тушеную фасоль. Коряво так мешаю, потому что, ну, понимаете, мне неудобно одной рукой все это делать. Вот. Папа съест и с яичницей, и без яичницы, и по-любому.
А когда кто-то хочет, кто-то не хочет, я, допустим, уголочек вот какой-нибудь намешаю с яйцами, а остальное так. Или, допустим, вот не рассчитала, на 2 дня приготовила, да? Не все сразу съедим. Какую-то часть намешали. Ой, какая красота, да? Красиво же. Все. Опять закрываю. Ну, как получилось, так и перемешала. У меня потушилось тут потом все это в водичке. Я еще маслица подлила подсолнечного. И теперь закрываю. Опускаю на тушится. Понимаете, все. Помидоры сок дадут. Забросила лук. Не, я что-то сегодня вся прям свечусь, да? У меня сегодня телефон перегревается вообще. Перегрев. Может быть, от этого качество плохое стало. Так уж, так что извините, сама вижу что-то не то. Но не знаю, просто... Ну, просто взять и выключить лампочку, все равно там плывет, та сторона плывет, да? Я выключу лампочку, так вообще тогда нам на кухне... Иди, тебя не видно тут, господи. На кухне темно, без лампочки. Не знаю. Перегревается сегодня очень сильно, уже допишу, что нужно. Закинула помидоры, лук туда, в фасольку. Поставила сыворотку подогреваться для халуми и побегу, дам козам сена, потому что я сегодня вечером не ходила гулять, но просто некогда, я туда-сюда еще делаю халуми. И сейчас пойду, у нас слышу отсюда, как они орут, пойду брошу сена. Пока сыворотка нагревается, потом достану этот кусок и закину туда. Все, здесь пока все без меня. Кипит, бурлит, греется. Сейчас увидит меня, будет крику. Ой, корова ведро перевернула. Корова, сейчас тебя домой заведу. Сейчас корова. Все, все, девчонки, я пришла. Я гулять не идем. Вы думаете гулять? Нет, 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 нет. Пусто, конечно, пусто. Все, все, сейчас кину. Сейчас. Все, все, красотун мой, красотун. Занят некогда, занят. Все, все заняты, слава богу. Успокоились. А что ему еще надо? Поесть. Какой красивый цветочек. Ой, как молотят. Он задержался, чтобы мы уже давно погуляли. А то я дома там готовлю. Дома корову я цветочек предложу. Играться. Играться, макарова хочет на цветочек. Нет, ты же молоко недавно ела, я тебя кормила. На. Деловая, она попрыгушки хочет со мной. Попрыгушки, корова. Опять она меня ест. Давай, иди сфоткаемся. Иди, корова. Иди сюда. Ну иди, покажись. А, мы сейчас на солнышке не будем видно. Иди сюда. Так, я гляну, улеглась со мной. Корова! Ай, ты моя корова! Глянь, что делаешь! Корова! Ты уже ела. И молочко ела. И травку тут все съела. Все, 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 все. Все. Все, я побежала домой. А, еще готовить? Темнеет. Видно красоту? Нет, опять видно, не видно, опять не видно, потому что, ну, как бы солнце, которого уже нет, оно оттуда. С той стороны почему-то зарево сегодня. Ой, вообще какая красота, сейчас покажу. Ой, как интересно-то. Сейчас. Вы посмотрите, какой пейзаж. Разноцветные всякие оттенки.
И вот это облако посередине, оно чисто белое. Здесь фиолетовое, розовое, там какое-то синее, сиреневое, и это белое. Вы посмотрите, какая красота, да? Ой, вот это облако, почему оно такое белое? Все разноцветное. Как красиво. Сейчас сфотографировала эту березку, кусочек березки. И вот это все красота. Ну, не все. Вот это именно облако. И в этом таком сиреневом, фиолетовом, розовом отливе. Очень красиво. Очень. Ну, это бы облако вообще. Сейчас, может быть, так будет. Ой-ой-ой. Боже мой. Посмотрите, да? Так и хочется сказать на этом фоне, я с вами прощаюсь, всего вам доброго, до свидания. Но нам-то еще доделывать и халуми делать, поэтому я пошла. И березки мои. Сейчас быстренько варю фасольку. Так, там уже 76 градусов. Сыворотки я имею в виду. Достаем, пока я достану. А я делаю всегда. Но не всегда. Некогда мне тут все убрать. Толстым куском, потому что я делаю полную кастрюлю. Это форма моя новая. Она высокая, на 4,5 килограмма. Так, куда мне ее деть? Я делаю целую кастрюлю. Вот сейчас у меня такой широкий пласт. Ничего страшного, мы его разомнем. Ну, естественно, он после того, как он погреется в сыворотке. Вообще-то для халуми, конечно, должен быть тоненький. Ничего, я так делаю всегда. Он в сыворотке прогреется. И мы его очень благополучно... Я его очень благополучно вот так вот распределю по... Это не противень, это контейнер. Угу, да. Когда делаю на заказ, допустим, я у людей спрашиваю, вам отрезать куском или вот такой порционный в виде тарелочки небольшой. То есть я спрашиваю. Люди хотят в тарелке, значит, я им делаю в тарелке. Люди хотят такой формы небольшой, там, могу тарелочкой сделать и на 300 грамм, и на 500, смотря какой им нужен кусочек. Или спрашиваю, кому как надо, так и мне без разницы, как делать. Но сама я себе всегда делаю. Видели, я показывала таким огромным куском. Сейчас посмотрю, сколько градусов. градус. Температура должна быть сыворотки 80-90 градусов, по-моему, от 85-90. Я всегда прогреваю до 85. Мне как-то так больше нравится. Когда 90, мне кажется, он уже больше плавится, начинает по ненужному. Не как нужно начинает плавиться. Так, 85 градусов. Не, ну прям видите, сегодня, конечно, все светится, да, размазано. Не знаю, как будет потом. Ну, что-то сегодня телефон. Ладно. Вообще. Светится, расплывается, да? Ну, перегрелся, ладно. Так, пока есть время, сделаю мятку. Солью. Ой, какой аромат. Никогда раньше не любила так мяту, пока не начала делать халуми. Берем очень просто, без всяких пропорций. Хочется вам немножко, делайте немножко. Требует у вас душа побольше. Ой, мятка. Свеженькая, с огорода, высушенная. Очень вкусно. Палочки нужно убрать. У меня здесь только листики, они и так без палочек, но такие тоненькие. Тоненькие. Ой, запах еще, я не могу. Очень вкусный запах. И по соли то же самое.
Я могу поменьше посолить мне так нравится. Старший ребенок, он просто любит все очень соленое, ему это кажется пресным, хотя оно не пресное, а на соль нормальное. Также и по всем остальным. Как нравится вам? Тут по вкусу. Все, готово. Готова такая вкуснятина. Жду, закинула? Жду. Так, у своих я еще не спросила, с яйцами они будут или нет. Ну, я так подозреваю, что с яйцами, конечно. Но себе я вот здесь кусочек с сосариными яйцами вот так вот переделываю, господи. Перемешаю. И, в принципе, вот, все дела, все. И вот этот кусочек я себе сейчас заберу. Я буду без картохи. Наша картоха кругленькая, молоденькая, сваренная. Сейчас я им обжарю. Сама я съем вот этого, поскольку фасоль, она калорийная. Да, она вкусная, полезная, но она очень калорийная. Здесь у меня плавает халуми. Я его перевернула, поскольку он у меня очень толстый. Прям когда совсем толстый получается, я переворачиваю, потому что он сверху у вас раз подплавливается, и потом он, чтобы с другой стороны. Так, здесь я выключаю. Здесь пока жду. Но этот у меня очень толстый, поэтому пускай он здесь пока побудет 20 минуток. Сейчас мне еще 12 минут осталось. А я сажусь ужинать, и сейчас еще сделаю салатик из огурцов и помидоров. Это всем тоже. И всем, и мне. Милана, наверное, фасоль не будет, да, с Рафаэлей? Да, вы сейчас идете и жарите себе яйца, идите, берите перепелиные. Когда уж такая еда, они, ну, такие вот у меня. Все подряд не едят. Ты с куриными будешь? А Рафаэля всегда с перепелиными. Сейчас он себе пойдет, там нагребет. Так, достаем, да? Сейчас сыворотку нужно слить. Достаем халуми. Да, этот контейнер сейчас будет явно маловато. Сейчас мне придется на столе его доделывать. Мне как-то написали в каком-то комментарии про халуми. Чего же так мучаетесь, маленькими порциями наделали. Ничего не мучаюсь, своя нож, она вообще не тянет. Чего я мучаюсь-то? Сейчас разомну его, он очень хорошо разминается. Сыворотки. Много. Сыворотки много. Вот в чем дело, и поэтому не хочется делать это на столе. И прям тоненький я никогда не делаю. Сейчас чуть попозже я сейчас доделаю. Милана, посуду пришла мыть. Зачем ты лепешку делаешь? Это который жарить. Милана говорит, зачем лепешку делаешь такую? Эти еще настройки. На улице темнота, вообще темень. Что они там делают, я не знаю. Я очень вкусненько поела. Очень вкусненько. Фасольки с яйцами, с сосаринами. Туда размешала, вы видели. С салатиком. И еще. Чего еще? А,
И с брынзочкой, конечно. Потому что брынза с помидорками, это прям вообще класс. С салатиком. Ой, какой запах. О, какой запах пошел. Так. Ой. Это красота. Прям очень красивая красота. Угу. Так. Загинайся. Да, большой, да, широкий. Когда я отрезаю, в общем, понимаете, мой смысл, так экономится место в холодильнике, допустим, когда лежит. А когда я его режу на тоненькие кусочки, и я его раскрываю по половине, здесь разрезаю, то есть у меня получается не один такой большой кусок, а один и второй, по два куска, понимаете? Вот, поэтому, да, он толстый, но я потом его поделю, потом. Если я его сейчас раскатаю прям тоненьким блинчиком, понимаете, у меня очень много будет занято места в холодильнике. А так... И он, конечно же, подосядет. Когда постоит, переночует, и он еще станет потоньше. Так что прям слишком уж тонкий делать не нужно. Видите, ничего нигде не треснуло. Я его не могу сейчас поднять, естественно, я его весь изломаю. Все, моя красота готова. Сейчас попробую вылепить хоть наискосяк. Ну, хоть так, да, там отпечатается, конечно, но ничего не поделаешь. Сейчас я уберу все это. Поэтому вот так вот экономненько, в смысле места, чтобы мне не размахиваться. Я их делаю потолще. Опа! Видите? Он усядет, он примнется. Почему сейчас быстренько поела, не стала никого ждать, потому что мне сейчас бежать доить коз. И я с вами прощаюсь, всем доброго, до свидания.